А как ты Сам, так не... самое главное, как они разошлись. Вот сам прикол. Да. Прикол вообще. Да хреново разошлись. Не, ну, кстати, с этой камерой прикольно так наблюдать. По-другому. Когда летишь, не видишь самолет ну, вообще. Ну, близко очень. Да. Особенно на бобрах видно. Не, можно было бы еще куда-нибудь камеру привлечать. В кабину, там, на крыло. Но это в повторах есть. Ну что, теперь ситуация наоборот. У них звеньев больше. Ага. СФУ. Сибирский СФУ. Федеральный университет? Но. Почему я не участвую? Как он валился? Что-то база отвалилась. Да, я немного неудачно. Шасси рано закрывать. Да правильно. Да, только хвостом. Блять, я на посадку. Цепанул хвостом? Да. Фюзеляж красный, хвост черный и киль не работает. Нормально. Образцовый взлет, блядь. Слушай, а как без киля-то? Трудновато, наверное, будет. Ой, не туда летим. Постараюсь. Я думал, это Крымск. Я уже постарался взлететь. Офигеть, я на этой карте только на втором ранге играл. Кстати, да, тоже удивился. Мне на ярке приходилось. Ой, а у меня шасси-то нету. На бузу потихоньку. Очень нежно. Страшно мне. Страшно на авианосец садиться. Да нет, на авианосец менее страшно садиться. Фёдор с вами? Ща, касание. Не с нами. Фёдор внизу сидит. Он жену порвал. Не. Да вы издеваетесь. К нему дети приехали. А, дети, да. Все, починки нет? Сел нормально, и тут вдруг мой самолет сам решил развернуться, немного коснулся крылом земли и сломал в итоге оба. Да. Это просто случай. Тебе надо было на этот, на радиатор садиться. Вот бы советчики, блин. Ну я это, могу как ПВО теперь. Так что ведите на меня. Типа неправильная музыка? А, ну да. А чем тебе, Игорь, наш совет не нравится? Ну, взяли бы, да сами попробовали. Ну, я на пузо садился. Без шасси. Правда, не помню, какой самолет был. Каталина. У Каталины там лодку открывает. Вместе с кабиной сразу. Не, на этом, на японца садился, как вот, который с поплавком-то внизу. А, взрослый поплавком. H5K, что-то, H5K. Да, блин, ну, я там вообще в шоке был. Сесть-то некуда, блин. Там только это самое, как его, вокруг, короче, моря нет. Бас, пробей там, что за клан СФУ. Статистики. На точке А кто-то крутится по низам. Фока, вижу. Тесла. Фока и Фридрих. Как СФУ? Да, да. Вот. По-английски. Ну чё, народ, падаем, нет? На Фоку? Фока и Фридрих там. Там еще двое. О, точно. Сталин. Падаем. Сталин Фалконс USSR. Охренеть! Нормально. И на немцах. Нормальные немцы. Ой, блин, ага.
Там еще две точки. Да-да. За 47-м. Так вы падаете, еще одна под ним. Да-да-да-да. Ну не падай, я в горизонте. Да-да-да, я в горизонте иду. Ой, ребята, а можно вы не будете побеждать, а то я так херово X2 сниму? Ну как получится. Да-да. Все зависит от союзников. Да, ну вы это, своих позбивайте и потом сами. Сильно не старайтесь, типа. Да. Внизу там чё, Егор, ты спустился, что ли? Егор спустился. Лёх, мы тогда с тобой на фоку. На какую? Блин, направо. Решай. Лемениние. Которые нашу лавку обрабатывают. Да-да. Надо лавку прикрыть. А меня прикрыть никто не желает. А зачем? Без команды спустившиеся пусть страдают. Ладно, я припомню. Шутка. Попал, но не критично. Я, по-моему, своих сейчас попаду больше, чем в него. Да-да. Слева фока. Где, блин, я и не вижу. Зараза. Вон, отметил. На радаре есть, на этом нету. Визуально. Ты за ней гонишься? Да. Блять, две помощи, ну отлично. А, вижу. Блин, к Егору там падает тоже. Так, иду к Егору, короче. Давай, я сейчас эту фоку тоже отпущу, пусть разворачивается. Эх, держись, правда, мне до тебя далеко. Держись. Блин, там за фокой еще что-то. Лёха, посмотри, за моей фокой, Tesla Force, которая, еще одна точка. Блин, у меня все пропали, я далеко от тебя. Кто-то что-то бросил. Ну давай, давай. Блин, тут у вас много. Вот такое бы орудие. Это я понимаю. Все, парень, я ее испугал. Кто у нас там? А, фока еще. Отметил. Так, и точка там у Яков. Или это... А, это ПВОшка была. Так, на Яка падает. Похоже, не получится, бац. Союзники хорошие попали. А, сбивайте. О, команда. Да. Так, я на фоку Tesla Force полетел. Да надо их, блин. Две помощи, блин, ну нифига. Горех. А, блин, показал. Чувак. Все, проехали. Да плохо тут все потит. Точки появляются, блин. Так, а где остальные-то? Я имею в виду противника. Одна точка точно сверху. Вон 410-й где-то артиллерию забрал. Сверху где? О, сверху. Еще и базу завалили. Базу завалил какой-то бомбер. 410-й. Нашу? У него бомбовая нагрузка есть. Ага. Что-то не понял, он развернулся, что ли? Кто там? Фока. Да-да-да. Он хочет гаражом помириться. Охренеть. Сейчас главное мне его успеть забрать. А вот 410-й.
Ох, народу сколько на обедную фоку. Да блин. Леха, ё-моё, ты чё так? Блин, я без быка остался. 11 снарядов. Чё-то я вообще не могу. Мне попасть. Фраг нужен был. Я а кому он не нужен? Я вообще сегодня без фрагов. Василий где-то трется. Обиженный Артур. Ну что, Артур, полигон? Да какой полигон? Сейчас разберем его. Да кого там разбирать? Ты стату видел? Пять к это 5000, что ли? Нуб. Прикольно, на базах ни одной ПВОхи. У них. Что там, Гаев, не видать? Да, и вроде никого. Что он написал? Не понял. А, он типа... А. Ты условно уничтожен. Да, типа на 6 зашел. Угу. Не успели. Чудо, блин. Не, ну, по крайней мере, вежливый. Ну да. А мы все-то на филде-то разместимся там? Это группы, блин, пошли. На авианосец видел, как трое садятся сразу. Ну, последний, вернее. Ну, Лёха, а ты что там забыл? Я? На земку работаю. Угу. Ребят, вы меня про меня не забыли? А у нас... Не забыли. У нас база же. Что, улетаете еще? А мы тут условно уничтожаемся, кстати говоря. Что? Нас условно уничтожают. Этот условный уничтожитель с первого раза сесть не мог. Пошел на второй заход.
что ж такое-то? У меня сегодня не мой день, я даже в наземку попасть не могу. Что-то я себе оторвал. Что там про Фила спрашивают? Да скорее говорят, что он на Филде. Даже не. А кто не долетел до него? Да все на Филд поперлись. Ну, я близко. Правда, у меня БК кончился. Ну, почти кончился. Пойду проверю. Вот он, нашел. Летит. Проще было Т17 нажать, да и все. Только у меня БК нету, блин. Ни хрена себе, он со мной виражит, что ли? Так это значит не бобер. Это да тяжелый истребитель. 217. Е. Там у них модификации разные. Один как бобер. Один как тяжелый истребитель. На Буфайтере я не мог обвиражить. Но у него этот самый есть. Стрелок. Зараза. Там два их. О! Выпрыгнул. Вот урод. В него даже никто не попал. Ugh.